Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Открываем, смотрим. Так, ну а здесь зарядка за 30 рублей. Самая простая, обыкновенная зарядка. QR, China там и так далее. Я ссылку в описании оставлю на эту зарядку. Ну, давайте посмотрим, как она работает. Прямо на примере вот этого телефона, с которого я снимаю. Так, это у меня моя зарядка, на нее обзор. Я тоже оставлю в описании. Посмотрите, она показывает здесь вольтажи и так далее. Очень удобно. Температуру показывает. Вот, смотрим эту зарядку. Написано 1 ампер. Ну, то есть, она будет заряжать телефоны, которые... Ну, типа Nokia вот эти старые, которые не, как сказать правильно, не смартфоны. Она их должна заряжать. Так вот она заработала, синеньким загорелась. Смартфоны она будет только поддерживать. Внимание, друзья, для смартфонов покупайте зарядку вот ту, которую только что видели. Ага. Есть, зарядка пошла, у меня индикация заработала. Ну, то есть это все работает. Ну, здесь по этой зарядке, что могу сказать? Тут берет цена свое. Значит, цена 30 рублей. По идее, она должна заряжать и смартфоны тоже. Но это, конечно же, не точно. По идее, потому что вот здесь вот с левой стороны, сейчас фокус... Вот написано сразу под USB слева 2,1 ампер и чуть ниже 1 ампер. Вот 1 ампер он заряжает старой Nokia. Значит, смартфон он только поддерживает. А 2,1 ампер заряжает уже современные смартфоны тоже. Ну, короче, как-то так. Еще раз, ссылка на товар в описании. Цена 30 рублей. Все работает. Вот при вас открыл, все прекрасно. Взял ее себе на прозапас, потому что как-то у меня была вот такая хорошая зарядка. Но она как-то раз, проработавши года 3, она просто взяла и сгорела. И мне просто нечем было, ну, дальше заряжать. Другого ничего не было. Поэтому, если вдруг это сгорит, у меня всегда будет с собой вот такая зарядка, кидая ее в бардачок. Если будете заказывать себе, закажите себе еще и вторую. Все, всем спасибо, всем пока, ссылки в описании. Ставьте лайки, до скорых встреч.